Представляю вам бойца в силу, ему 19 лет, рост 174 сантиметра, вес составляет 57,1 килограмма. Профессиональный дебют, базовый стиль ММА, он из города Грозный, Чеченская Республика, Магомед Чадаев! Его соперник красного угла, ему 20 лет, рост 176 сантиметров, вес составил 57 килограммов ровно, профессиональный дебют. Базовый стиль ММА. Он из города Грозный. Чеченская республика. Джунит Редиев. Рефери Ашугян. Ну и отметим, что у нас снова так чуть-чуть ужесточились антиковидные правила, так скажем, Чеченской республики. Есть ограничения по допуску зрителей. Первый раунд. Где-то в каких-то местах введен масочный режим. Ну, бойцам, к счастью, можно драться без масок. Ну да, я надеюсь, что эта традиция драться без масок пока сохранится. Общемировой такой тренд на ежесезонные какие-то новые меры пока действует. Ой, как интересно, такой вот длинный зацеп, не с первого движения получился у Джунида Редиева. Причем с первых секунд тут стойки прям пропускал Джунид. Чадаев очень активно начал, там и коленями работал. В итоге сам-то пытался он, наверное, избежать этого клинча, но соперник перевел, понимая, что стойки пока что ему тяжеловато приходится. Ну и, собственно, не обязательно у нас драться именно в стойке, никто не подписывал таких обязательств. Действительно, есть возможность максимально широкую палитру действия реализовывать. Мы видим, сейчас поджимает ребра, а снизу Магомед Чадаев. Ну, не то чтобы это дает в этом положении какие-то сильно большие бонусы, но сбивает дыхание верхнего спортсмена. То есть плавающие ребра действительно можно превратить, как бы, вот это вот движение в болевой прием, воздействие на плавающие ребра, то есть нижние. Но для этого нужно и ручки тоже задействовать в этом приеме. Сейчас только ногами, конечно, уже никто не душит. Так, ох, как интересно, смотрите. Здорово, очень интересное развитие. Значит, крайне любопытно преодолел сначала гард, а потом потерял позицию Джунид Редиев. И свип, конечно, очень интересный сделал Магомед Чадаев. То есть, ну, стоят друг другу спортсмены. Ну, я вообще отметил, что в зале как раз-таки у Баэли Тарамова основной акцент делается на ударную технику. Так, есть выход на рычаг локтя. Вот сейчас не было много шансов его сделать. Почему? Потому что рука была развернута большим пальцем в неправильную сторону. То есть, скорее всего, в любом случае сбросил бы спортсмен этот прием. Ой-ой-ой, какой-то опорик в тайквондийском таком стиле сверху. Вот я, честно говоря, с большой симпатией отношусь к этим дебютным боям в начале наших турниров, потому что они и предельно уважительные. Ой-ой-ой, хорошее попадание снова. И при этом предельно жесткие, бескомпромиссные. Вот такое сочетание интересное. Всегда нас сопровождают в этих первых боях. Есть позиция для треугольника, вполне себе сейчас может получиться. Насколько настроен на это спортсмен. Видите, пока контролируется его нижняя нога. А нет, вот сейчас получится, да. Ох ты, нет, сейчас очень опасная ситуация. Скорее всего, задушит, это, по крайней мере, очень вероятно. А вот здесь, если... Ой, как здорово. А вот уже не факт. Хорошо сейчас защищается Джунид Редиев. А в той позиции, в которой он был изначально, конечно, вероятность прием была огромная. И вот здесь снова она очень большая. Подкручивается бы тазом в сторону. Кстати, да, запасной вариант, вот добивать из этого положения. Ну вот, на самом деле, просто подкрутиться тазом, сместиться в сторону. И будет уже вполне себе удушающий прием. Да, ну, очень непростой сейчас ситуация оказался Редиев. И, казалось бы, да, базовый ударник. Ну, с
стиле ММА, кажется, но все-таки в этом зале больше делается уклон на ударную технику. И вот ударами он все-таки завершает поединок, но за счет удушающего приема треугольник, вот так вот он буквально обезвредил соперника Магомед Чадаев и одерживает яркую победу в дебютном для себя поединке. На дебютном турнире, в дебютном бою. Да, яркий, красивый бой, логично для молодых проспектов, завершившийся довольно рано. Я буквально хотел сказать, что год полтора-два назад еще, да, буквально мы, когда кто-то уже забрасывает и закрывает этот треугольник ногами, уже можно было считать поединок закончившимся, то здесь сейчас даже вот такие молодые спортсмены... Бой остановлен на 4 минуте 10 секунде первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Магомед Чадаев! Поздравляю Магомеда Чадаева и, конечно же, скорейшего...